передать микрофон группе «Тату», которые в свое время заняли третье место на Евровидении. Девчонки, скажите, если вдруг сложится так судьба, что вы станете продюсерами, и вы будете продюсировать номер для Евровидения, как он будет выглядеть? Этого не случится просто никогда, честно, гарантирую. Просто, я не знаю, этот конкурс для меня, наверное, как какая-то передача такая для людей, кто сидит дома и кому просто нечего делать. Вот и все. Я не понимаю этого. Я этого не понимаю. Я не считаю, что туда нужно ехать. Тем более талантливым людям. Пусть они себя показывают в каком-то другом месте. Но зачем участвовать в конкурсе? Это детство, наверное, больше ассоциация к этому. А тогда я предлагаю вам вспомнить детство прямо сейчас. Прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть, как это было 5 лет назад. Да-да-да, именно 5 лет назад мы ездили на Евровидение. 2003 год. Прямо сейчас на ваших экранах. Разные люди, хочет, не хочет, любит, не любит. Кто-то отстанет, кто-то соскочит, кто-то устанет и перехочет. Кто-то закрутит провод на клеммы, кто-то замутит новые темы. Кто-то понты, а кто-то маньяк, кто-то коты, кто-то коты. Не зажигай. Поможет, кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то найдет новое солнце, кто-то пусты, а кто-то в меня, кто-то как ты, кто-то как я. Не зажигай, не гаси, не верь, не бойся, не проси, и успокойся, и успокойся. Вы знаете, 5 лет спустя это, конечно, смотреть здорово. Но что я вам хочу сказать, то, что касается нашего пения. В принципе, я думаю, что кайф артиста, знаете, в чем, когда он работает живьем? В том, что он действительно умеет фальшивить. Это круто. Ты понимаешь, что этот человек... Ты понимаешь, конечно, что артист поет живьем, нежели тогда, когда он выходит, танцует, улыбается и слышна фанера. Это же гораздо хуже. Во-вторых, я скажу, что одно, что когда у артиста горят глаза, это, по-моему, главнее, нежели то, что как он поет. Вот и все. Лена? Я, например, помню, что у меня просто коленки тряслись до такой степени, что я боялась там просто упасть на этой сцене. Все смотрела на Волкову, которая мне показывала глазами, там, типа, ну что вообще, ну давай, что такое-то там, давай, хватит уже. Вот, ну, первый раз вышли на сцену, вот, живьем петь. Ну, клево, что, по-моему, не обосрались. Почему первый раз? Это было ваше первое выступление живьем? Да, там мы пели первый раз в жизни живьем. Первый раз. Я вам скажу вот так. Вот оно, откровение, 5 лет спустя. Конечно, это было первое деле, выступление живьем. На самом деле, мы такие же артисты, как и многие, кто здесь присутствует, поэтому под фанер мы петь умеем. Первый альбом был весь фанерный, поэтому я вас прекрасно понимаю, но выйти спеть живьем — это очень сложно, поверьте. Особенно, когда это конкурс, когда там еще ставят оценки.